21 мая на фестивальном причале состоится всеукраинский фестиваль здорового образа жизни. На нем будет презентован спортивный тест активности нации «Стан» с проведением показательных спортивных выступлений и мастер-классов атлетов «Стрит Воркаут». В программе фестиваля соревнования полицейских и представителей движения «Стрит Воркаут», в которых они будут выполнять спортивный норматив в командном и личном первенстве. Также состоится турнир среди жителей и гостей города. Попробовать свои силы, установить спортивные рекорды можно будет и в силовом фристайле, подтягиваниях, отжиманиях на брусьях и в других необычных номинациях.